منطقة في السودان، مدينة صغيرة تسمى كسلة. В Судане есть такая небольшая район, который называется Кесаля, как лентяй. يعني من الكسل. То есть от лени, да, происходит название. الشيخ بن باز يقول هذه ليست كسل، هذه نشطة. То есть الشيخ بن باز говорит, это говорит не кесаль, это не лентяй, это говорит нашит, это активный, говорит. نعم. وجاء إليه رجل قال الشيخ سأله قال ما اسمك؟ قال غازي. قال في سبيل الله. لأنه ممكن يكون غازي في пришел к шейху человек, он говорит, как тебя зовут? Он говорит, Гази, то есть воин. И шейх сразу добавил, воин на пути Аллаха. Потому что воин, может быть, не на пути Аллаха. نعم. أسماء لابد أنها تكون يعني ما تكون فيها شيء قبيح. То есть не нужно такие давать имена, в которых есть какой-то дурной смысл. نعم.